Здорово, дружище! Я знаю, как ты любишь, как я рисую. Ты очень любишь, что я рисую, ты очень любишь, насколько я хорошо рисую. Я в курсе, ты об этом знаешь. Сегодня мы с тобою порисуем блогеров, потому что это прикольно, весело, и у меня попросили. Вначале я нарисую, в принципе, его лицо. Бля. Ладно, давай еще сделаем одно. Я специально не буду ничего срисовывать, стирать. Я мог сейчас стереть и нарисовать ему подбородок идеальный, но мы попробуем его нарисовать как сможем, окей? Окей. Так, значит, он на самом деле находится в шляпе. Поэтому я вот так вот ему голову дорисую. Бля, если представить, что у него такое лицо, то становится понятно, почему. Ладно. Так, ладно. Хорошо, ты потом поймешь эту шутку. Потом поймешь. Так, значит, далее. Он находится в шляпке. Он находится в шляпке, поэтому так. Я тебе сразу говорю, я рисую не очень хорошо. Ух ты. У меня получается нормальный морячок, знаешь, или француз. Теперь шляпа. У него такая вот. Она у него цветастая. Она у него праздничная, понимаешь? Праздничная. Так, вот так вот. Это у него, короче говоря, пумпончик. Еще вот тут вот белые, короче говоря, херни. Вот так вот, волосатый пумпончик. Очень больше похож немного на другое. Ну ладно. Хорошо, пумпончик, нормально. Вот здесь у него впадины. Вот здесь вот у него впадины. Нам же нужно быть хорошим художником, правильно? Поэтому здесь у него впадинка. Такая темненькая. Так, теперь, у него здесь вот волосы торчат. Вот здесь у него, короче, торчат волосы. Вот здесь вот у него волосы стоят. Вот здесь вот у него много волос, короче. Они, конечно, немного не такие большие, но общую идею ты понял. Теперь примемся за все самое важное. Глаза. Он такой, знаешь, типа, немного приплюснутый. Ну, то есть, он немного подозрительный. Он так вот подозрительно на тебя смотрит. Вот, поэтому у него вот такие вот глаза. Идеальная бровь. Хорошо. Многие уже угадали. Многие угадали. Да, многие угадали. А угадал ли ты? Напиши в комментариях, как ты думаешь, кто это? Большинство уже догадалось на самом деле. Вот у него, блядь, глаз потек. Нормально. Просто он недавно только от операции. Ты думал, почему он как бы не часто мы его видим на ютубе в последнее время? Он на операцию пошел, потому что у него глаз потек. Но он как бы это исправил. Вот, у него сейчас зрачок появляется, блять, в другую сторону. Одно глаза на ас, другое на Кавказ. Так, теперь, у него вот тут вот немного морщинки. Блять, немного. Немного, нахуй, морщинки, чуть-чуть. Любого ютубера важно что? Важен рот. Сам подумай, почему. Делаем вот это. Смотри, он какой довольный. Нет, он на самом деле недовольный, он коварный. У него вот тут вот губеха такая еще. И вот он коварный, такой он типа такой. Вот он коварный. У него вот здесь вот еще нарисованы вот эти. И вот. Видал? Вот помнишь, я тебе говорил, короче говоря, что это голоски Чернобыля. Бля. Ой, бля. Сайдук, нахуй. Близко, близко. Так, вот. Это не усики. Это у него ложбинка тут. Так, а вот тут вот идет. Эксклюзивные кадры, блядь. Так, дальше у него скула есть. Скула идет вот так вот. Вот так вот. И под ней немного тень. Поэтому давай вот мы немного тень нарисуем. Немножечко тень. Вот это вот типа тень. Он похож. Ладно, неважно. А, так, я просто, если скажу, на кого он похож, я думаю, меня, блядь, забанят на Твиче. Идеально! Я считаю хорошо. Я считаю хорошо. Меня пугает третий глаз на шапке, а почему бы и нет? Смотри, вот этот вот глаз... Ой, не то. Вот этот глаз дает идеи для видео. Ну вот, короче, близко, близко, близко. Итак, кто это? Кто это? Прямо сейчас. Напиши, кто это? Я думаю, это идеально. Вот помнишь, у меня некоторые спрашивали, типа, блин, а чем тебе не понравился мой арт? Как бы видишь, как рисуют гениальные люди. Вот этого человека я бы смотрел на ютубе, я думаю. Ивангай. Ну, да, Ивангай. Да, это он. Ну, видишь, люди узнали. Линкольн, еба. Люди узнали, видишь? Люди узнали, значит, я достаточно похоже нарисовал. Ну вот, сравни. Та-дам, та-дам. Та-дам, та-дам. Та-дам. Видишь? Качество. Как бы в деле художника главное что? Главное четкая рука и хорошее воображение. Вот четкая рука у меня есть. Правда, они не оттуда растут. Но она есть. Похоже, да? Похоже. Все люди угадали, значит, похоже. Поехали дальше. Прошлое было как бы довольно легко. Ну,
Я художник в третьем колене. То есть в третьем поколении, ты понимаешь? У меня родители были художниками. Бабушки и дедушки были художниками. Их бабушки и дедушки были художниками. У меня, бля, даже кот художник. Ну, по сравнению со мной. Вначале будет начало. Вначале будет начало, для этого нужно вот так вот хернуть. Отлично. Теперь, на черном-черном фоне у нас находится белый-белый человек. Так, где моя кисть? Вот она, моя кисть. Повертели воображаемую кисть в руках и погнали. Дальше нарисуем его тело. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Хорошо. Я думаю, это идеально. Я думаю, это похоже. Так, теперь у него вот здесь вот, ну, как мы с тобой, художники, говорим. Это перспектива. Перспектива — это важно. Поэтому сейчас мы будем рисовать по перспективе. А, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот у него рука, да? Вот так вот у него рука. Вот так вот у него палец вот такой вот. Так, так, так. Блять, будто утку съел своей рукой. Хорошо. Нормально. Так, так. Ну и, наверное, ну как-то вот так. Честно говоря, я руки не вижу, но я думаю, как-то вот так. Да. Близко. Очень близко. Так, далее. Нарисуем вот так вот. Нужно его прическу нарисовать. Волосы уходят вот сюда куда-то. Так, вот тут вот у него какая-то челочка, блядь. Так, какое-то говно режет на волосах. Так, так. Похоже на шапку, но это не шапка. Окей? Окей, договорились. Так, дальше. Рисуем. Я показываю навык. Так, хорошо. Мы нарисовали довольно неплохо сдохшую ворону на его голове. Потому что это важно. Так, между пальцами еще нужно сделать линии. Потому что у него же пальчики вот такие вот правильные. Больше похоже на, знаешь, какой-то оживший хот-дог. Но это не он. Это не он. Так, далее. Блять, что произошло с ним? Так, теперь он находится в одежде. Сам узнаешь, какая одежда, они будут тебе подсказывать. Шесть пальцев? Да, это вот он такой веселый, необычный человек. Веселый, необычный человек. А ты как думаешь, он успевает на ютубе все делать? Так, теперь поехали по глазам. Глаза у него такие вот, знаешь, душевные. Душевные глаза. Хорошие, душевные глаза. Смотришь в эти глаза и понимаешь, что хочешь ему вот очень сильно подписаться. Очень хочешь ему подписаться. Да. Все, отлично, отлично. Я думаю, что арт получился на... Один кусок говна из 10. Я думаю, что это достойно. Так, теперь нарисуем вот этот нос, через который он дышит. Так, потому что мы с тобой все знаем. Нету носа? Нихуя нет, потому что тогда ты сдохнешь от без недостатка воздуха. Поэтому нос — это важно. Это больше похоже на член, но нет, это не он. Это нос. Давай я дорисую его, чтобы ты точно ни с чем не путал. Все, вот этот нос, через него он дышит. Вот эти вот два ангара, в которые может влететь какой-нибудь Ми-90, я не знаю, какой-нибудь самолет огромный. Это нос. И теперь самая его шедевральная улыбка. Так. Ну, улыбка получилась еще куда ни шло. У улыбки есть что? Правильно, у улыбки есть зубы. Поэтому вот его ебать. В жизни у нее не такие зубы. Скажем, вот, единственное, что у меня получилось не очень хорошо, это зубы. Все остальное получилось идеально. Куплинов. Нет. Иди, Игорь Синяк, вы не догадаетесь. Так, ну видишь, как бы из-за зубов люди не могут угадать. Ладно, давай, короче, что-нибудь такое, что-нибудь... бля... Биг Мак есть? За подписку. Идеально. Ну тут, короче, написано Я, блядь, превратился просто в доктора. Представь, что это подписка, да? Окей. Толстый Брайан? Нет. Второй Федор Комикс? Нет. Напиши в комментариях, как ты думаешь. Вот прям сейчас. Напиши в комментариях, как ты думаешь, и я скажу, кто это. На самом деле это я. Похоже, ну вот, типа, вот он я, типа, я улыбаюсь. У меня просто руку что-то понесло немного, и у меня из-за этого прибавилась парочка центнеров веса. Вот, поэтому да, но вообще вот он я. Ну похоже, видишь, как бы, во всем остальном похоже. Вот, улыбка, улыбка хорошо передана, правда? Улыбка передана хорошо. Вот, но только зубы такие другие. Зубы другие. Я художник, я так вижу. В общем, все это метафора. О, я здесь жирный, потому что я добрый. Нет, потому что я, блядь, уважаемый. Вот, точно, уважаемый. Как у меня говорил один толстый чувак во дворе, это не жир, это уважение. У меня в животе уважение, поэтому давай вот тут вот напишем. Уважение. А, да, еще Гоша на заднем фоне. Ну вот он, Гоша. Вот он, короче. Вот этот вот гроб, это Гоша. Вот так вот. Все, вот это Гоша. Вот это вот его штуки. Все. Смотри. Толстый я, потому что уважение здесь. Окей? Окей. Шесть пальцев, потому что я дохера успеваю. Да? Делать одно видео в день, это много успеваю. Успеваю.
Поэтому 6 пальцев. Один из них кривой, потому что я плохо рисую. Но это, ну, это понятно и так. Кривые руки, ну, по той же причине, потому что я не умею рисовать. Гошу тоже разнесло, потому что он тоже охуенно уважаемый. О! Идеально подходит. На этом. На этом он будет. Далее. Лицо. Ну так, он типа сидит, окей? Он типа сидит. Это важная инфа. Так, о, идеально, идеально получается. Так, теперь прическа у него, короче говоря, вообще не заходит на лицо почти. У него вот тут вот только небольшой штук вот такой вот, типа, проходит, немного волос, и все. В основном у него волосы идут к небу, то есть вверх. Он такой, что-то вроде маленького Элвиса, но нихуя не маленький. Вот это его. Я не шучу, это вот так вот на арте. Это вот так вот на арте, я знаю, что это такое. Далее. У него нос, короче, блядь, тоже два ангара. Я другого рисовать не умею, поэтому у всех, кого я рисую, не нос, а два ангара. Это жизнь, братцы, это жизнь. Простите меня, конечно, ничего тут поделать не могу. Ну, мне как... Вот я смотрю на арт, я смотрю на это, и я понимаю, что похоже. Так, у него вот здесь вот немного вот бровь потоньше, насколько я понимаю. А вот здесь вот бровь жирная такая, вот такая вот. Прям здоровенная жирная бровяка такая. Так, хорошо. Он держит некий предмет в руках. Но пока я тебе о нем не скажу. Блять, почти, почти. Сори, рука дрогнула. Нормально, нормально, пойдет. Эти два локатора позволяют ему слышать все, что говорят люди вокруг. Потому что он ютубер, это важно. Был когда-то. Так, далее. Теперь нужно ему тело нарисовать. Он дрыщ, поэтому вот так вот. Хорошо. Так вот. Шея у него длинная, шипиздос, поэтому вот так вот. Что-то у него немного как-то тело стоит, это, ну ладно. Он просто так вот сел. Вот этими вот клешнями он типа держит что-то. Так. 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 Идеально. Так, и вот здесь он держит какие-то, блядь, чьи трусы, хер знает что. Трусы какие-то держит, короче говоря, в руках. Все отлично. И вот тут вот у него, короче говоря, какие-то трусы, я не знаю, что это такое на самом деле. Но это какие-то трусы. О, вот так вот, хорошо. Хорошо, все. Теперь давайте нарисуем его стул, сзади которого он находится. У него такой же стул, как у меня. Все, вот, идеально. Значит, давайте, предугадывайте, думайте, кто это? Кто это? Значит, он дрыщ, окей? Он, типа, довольно худой. Он когда-то был ютубером, потом перестал. И он меня игнорит! Постоянно! Я с ним договаривался поговорить, а он меня игнорит! Да, многие угадали, многие угадали, многие угадали. Блять, это больше похоже на вампира, на самом деле. Я не знаю почему, но, по-моему, это больше похоже на вампира, если честно. Напиши в комментариях, как думаешь, кто это? Все, показываю, кто это. Я не знаю, что он за трусы в руках держит. Возможно, это его подписчицы прислали, может быть, и он с этого типа кайфует. И я понятия не имею, что это за арт, что это за ним держалось, я не знаю. Да хватит открываться! Но, типа вот, сравнивай, оценивай, похоже, я считаю. Очень похоже. Правда, ну вот я тебе говорю, похоже немного на вампира. Я не знаю, он просит деньги? Возможно, просит деньги, я не знаю. Но как бы вот это вот он, да? Да. Я рисую как могу, я художник, я так вижу. Это было весело. Я надеюсь, вам понравилось. Я не думаю, что я больше когда-либо буду делать подобное видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий. И напиши в комментарии, что ты думаешь о всем этом трэше. И увидимся уже в следующих сериях. Пока-пока-пока, до скорого, удачи.